6 марта в Тобольске Масленица. Торжества пройдут на Красной площади и на Базарной. Несколько фотозон, в том числе и с воздушным шаром. А еще множество сюрпризов приготовили организаторы. Добраться в Нижний Посад можно на автобусе бесплатно. Он будет курсировать от остановки Рыбтехникум с 11 до 15 часов туда и обратно каждые полчаса. Личный автомобиль можно ставить на одной из городских парковок. Гостей ждут и в деревне Русские Медянки Тобольского района. Доставлять туда будут бесплатно. В 11 часов один автобус отправится от автовокзала, другой – с остановки Базарная площадь. Обратно в город организуют рейсы в 13 часов.